Вопрос такой: можно ли возвращаться в город Мариуполь? Восстановится ли он и когда? Ну, вопрос ваш, он такой: в случае, если вы находитесь сейчас на территории ДНР, ЛНР или Российской Федерации, не торопитесь туда возвращаться, потому что сейчас там, ну, очень тяжелое состояние, нет воды, на улице готовят пищу, нет света и небезопасно до сих пор. За самим Мариуполем огромное количество могил, просто там бесконечные поля могилы, похоронено там десятки тысяч человек. Сейчас не торопитесь. Если вы на территории Украины сейчас находитесь, не едьте сейчас, это небезопасно. Любое пересечение границы со стороны территории Украины и в территорию ДНР, ЛНР будет 100% для вас неблагополучен.